Четвертому родильному дому 60 лет. Поздравить работников с юбилеем приехали чиновники и коллеги. В 1954 году, когда после войны демографическая ситуация начала восстанавливаться, Иванову потребовался новый родильный дом, вдобавок к трем существующим. Так и началась история этого учреждения. В 2007 медперсонал переехал в новое здание, в Бухарово. За 60 лет здесь сформировался уникальный коллектив. Это, наверное, особое достижение. Из роддома вышло 92 тысячи детишек. Я вот сегодня приводил пример, что это по численности больше, чем город Кинешма. Поэтому мы поздравили сегодня всех работников учреждения и, конечно, пожелали им успехов. Каждый год в родильном доме на свет появляется 2800 малышей. По словам главврача, из оборудования есть все необходимое для того, чтобы рождались здоровые дети, а их мамы чувствовали себя максимально комфортно. Наш родильный дом является одним из крупнейших родильных домов в области. Оснащение полностью соответствует стандартам оснащения родильного дома. Оборудование современное, закуплено оборудование следящее, в том числе дистанционное оборудование, которое позволяет следить за состоянием женщины не непосредственно у палаты, у постели больной, но и дистанционно выводится на монитор. Эти две молодые мамы уже готовятся к выписке. Ирина родила своего Глеба в День Победы. Малыш появился на свет ростом 51 сантиметр и весом 3 килограмма 160 граммов. Ну, такой мальчик капризный оказался очень. Ощущения? Ну, счастье, наверное, стать мамой – это прежде всего ответственность перед ребенком. В ближайшие дни четвертый роддом уходит в коллективный отпуск. А потом все сначала. Акушеров ждут их тяжелые трудовые будни, благодаря которым на земле появляются новые люди и счастливые мамы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.